права. Нет, пока что не все. Смотрите, как это делать. Берем сюда, называем, потом сюда нажимаем, и получается деньги. Я их соединяю со своими деньгами. А как ты песню поешь, когда ты соединяешь деньги? Деньги, деньги, денежки, деньги, деньги, деньги. Продать. Да, продать. Я продаю. У тебя уже большая империя, да? Да. У меня очень будет много для таких денежек. И выход к морю у тебя есть? Да, будет, будет. Красота, да? Тик. Это нельзя убить. Тик, тик. Продадим пшеницу. О, пшеницу мне не надо. А чего это? Она нужна, чтобы выбрать ее. Хорошо, а кого будем продавать? Вот это вот будем продавать. А это что такое? Это такие украшения, называют... Продать декорацию? Да. Продать такие специальные штучки, их нужно продавать. Ой, это другие штучки. Не рано ли вы начали играть? Не рано. Чем раньше начинаешь, чем больше играешь. Знаете такую поговорку? Да, знаем, знаем. А ты нам расскажи, какие голосовые помощники тебе нравятся? Маруся? Маруся и Алиса. Да? А Google? Окей, Google? Окей, Google тоже нравится. А кто тебе не нравится? Мне не нравится... Я не знаю, кто мне не нравится. Да? А Маруся, тебя помнишь, как дождь предсказывала? Да, говорила, что это просто дождик легкий. Просто... как-то... Ну, а просто? Ну, просто там забыла, как там назывался, но там точно это было. Ну, а шел ливень, да? Да, а шел целый ливень. Ошиблась она. Спутала она все время. Это у меня такая была. Тоже такая... Ясно. О, вот он. О, это мне нельзя удалять. Ну хорошо, не удаляй. Это нельзя удалять, потому что если туда нажать, вот посмотрите, сейчас я вам здесь сделаю. О. То удалится все, да? Подожди. Смотрим. И видите? Да. Здесь всякая штучки есть. Ты уже скоро читать научишься, да? Да. Уже по слогам-то получается? Вот, смотрите, сколько у меня денег уже будет. Сколько у тебя денег будет? Ого, сколько много у тебя денег будет. О, у меня сколько? Вся твоя империя? Да. Зима, снег? Зима, снег, мои деньги. Ой, это что за штучка? Ну, откуда ваш я знаю? О, здесь деньги нарисованы такие вот, бумажные. Да? Да. И что? Ничего, здесь надо просто вот сюда нажать и заберешь мамины деньги. Мамины? Это все твое? Да, можно мамины забрать деньги. У меня будет еще больше, чем было. Если даже вот это вот все лишнее пособирать, и уж и будет очень меня, наверное, миллион будет. Стримишь? Ага, и буду все себе покупать. Все-все? Да. А что купишь? Я куплю себе много-много игрушек. Ты же уже вырастешь, зачем тебе игрушки? Зачем? Ой, корм появился. Так-с. Ой, я же забыла. Ну, говори всем пока-пока. Пока-пока, потом увидимся. О, мне теперь нужно здесь пособирать. Последний разок. Последний, а потом другое лучше, папа. А, не нравятся тебе такие игры, да? Из последних сил, да? Стреляй. Что такое? Папа, давай лучше другое. Это не часто. Спасаться. Вот в этой? Да. В метро? Да.
Будешь в метро играть? Да, в метро буду играть. Если вон какие ужастики есть, то... Ты чего, нужно там пазл собирать, да? Да. А, ну давай пазл соберу. Берешь и собираешь пазлы. Такой ты любишь? Это тебе не надо бегать, прыгать, да? Да. Супер. Игра на сообразительность, да?